Надеюсь, вы у меня не упадете. Всем привет. Пришлось снять два видео. Хотела одно, все сразу, но а будет два. Ну, конечно, это видео вы увидите на следующий день. Уж не буду в один день все выкладывать, мои хорошки. У нас с вами суп картофельный, тушеная картошка, как хотите. Лисичечки жареные. И всем приятного аппетита. Лисички огонь. Вообще. Этот вкус лисичек. Не знаю, ни с чем сравнить, по-моему, нельзя. Многим они не нравятся. Ну, говорят, резиновые какие-то, еще там что-то. А мне очень нравится. Это, наверное, самый любимый мой гриб. Изо всех грибов. Даже любимый белого. Верите? Видение, девочки. Вот именно люблю грибы жареные, чтобы там не было никакого сметаны, еще там чего-то. Потому что пользы больше. От замороженной лисички мы жарили с вами в том видео. Вареное мороженое. Как же я умница, что она замораживала грибов. У меня еще есть баночка лисичек мороженых. И баночка под березы, под осиновиков. Так что, ну, конечно, сушеные есть, девочки, кто хочет. Под осиновики ассорти. Пишите в ВК по поводу грибов. По поводу мха, мох тоже еще чуть-чуть есть. Ну, скоро цветы появятся. Мною выращенные из семян. К концу марта появится в продаже мои малипуськи. Ой, как вкусно. Блин, именно такое и хотела. Бульончик такой насыщенный мясом и картошкой. Так вкусно. Ну и, конечно, травками, которые я положила. Видение. Обожаю такое. Где-то у меня тут жирочек был. Я вроде постаралась весь выловить себе, потому что никто не ест. Девочки, наверное, поем сейчас и выздоровлю. Ну, точно сегодня еще не выздоровлю. Шея болит. Все болит, ничего не помогает. Но я стараюсь очень выздоравливать. Сейчас пока готовилась.
Смотрю, малышей надо поливать. Крошечек моих. У меня что-то Дзен начал оповещение присылать. Раньше не присылал. У вас приходит на Дзен оповещение, что видео вышло? Девочки, если я не отвечаю на ваши какие-то вопросы, если вы задаете на Дзене, да? Потому что я вижу ваши вопросы. Надо это, скриншоты делать. А потом начинаю снимать мукбанги-то и забываю. Вы повторяете его. Угу. Если видите, что я не ответила вам. Хочется ответить в видео. Понимаете? Угу. А, кто-то, Оля, Ольга, какая-то девочка, писала, что Люба, возьми меня летом с собой за грибами. Никого не беру, много раз уже говорила. Не люблю быть в лесу с кем-то. Люблю в лесу быть одна с собой наедине с лесом, с природой. Это во-первых. Во-вторых, не люблю никаких знакомств вживую. Вот. Это все приводит к плохим результатам в итоге. Я пыталась и с блогерами, с девчатами дружить вживую, кто поблизости живет. Но, к сожалению, это не увенчалось успехом. Вот. Все думают, что я на них делаю свой контент. Из блогеров дружу только с Любашкой из канала Саранча. И очень хочу с ней встретиться. И она хочет этого тоже. Надеюсь, когда-нибудь мы с ней все равно встретимся. А так, не дружу ни с кем. С Олечкой познакомилась, с моей. С кем за лисичками ходили. С ней с радостью буду ходить за лисичками. Вот. Она мне очень близкая. Стала. Я про нее очень часто думаю. Олечка моя хорошая, если я тебе не пишу, ты знаешь, да, я занята. Вот, но я про тебя никогда не забываю. Да, девочки, вот такой я человек. Во-первых, я не люблю надоедать людям. Я привыкла быть в одиночестве уже, что я постоянно одна. К этому, конечно, тяжело привыкнуть, но я привыкла.
Муж постоянно работает. Дочь постоянно учится. Мы всегда с Мартюшей вдвоем. И мне очень комфортно без друзей, подруг. Вот таких, чтобы там прям общаться по телефону часто. Я не люблю этого. Не люблю по той причине, потому что, ну, я всегда занята, девочки. Мне некогда скучать, мне некогда общаться. Прям там болтать по телефону. Телефон я люблю, чтобы у меня был всегда свободен, потому что муж постоянно в рейсе, он может в любой момент позвонить. Дочка на учебе, например, там мало ли чего тоже. Мне телефон нужен только для общения с моими любимыми, близкими, родными. Все. Ну или там куда-то по очень важным делам позвонить, да? А вот так, чтобы иметь подругу, которую какую-то там знакомую, да, с которой я могу общаться по телефону там часами или там даже 5 минут, или там часто как-то, да, переписываться. Нет, я не люблю этого. Мне некогда. Мне просто некогда. Потому что я вот могу сейчас вот говорить вам, да, что я не сяду в ламинар, а могу сейчас покушать и пойти сесть в ламинар. То есть в любой момент я могу сидеть в ламинаре. А если я сижу в ламинаре, занимаюсь делами, или там, например, я в лесу, да, и мне кто-то звонит, там по каким-то, ну, там, подруги, знакомые, да, как вот бывает это все, звонится, я не люблю этого, девочки. Я так устала от своих любимых соседей. У них по весне вообще обострения прям начинаются. Он вчера в час ночи орал, я хотела подняться даже. И сейчас орет. Не знаю, вам слышно, нет? Он вечно орет. Неудовлетворенный жизнью мужик. Четверо детей нарожали, и все орет. Кошмар. На балкон вышел, там орет. Я не знаю, девчат, люди мазохисты, что ли, им нравится вот так жить постоянно в скандале. Я бы давно развелась. Я настолько люблю тишину, хотя от нее иногда хочется выйти от тишины. Но выть хочется очень редко, потому что мне, в принципе, некогда скучать. Но бывают такие моменты в жизни. Я же человек. Иногда, знаете, хочется собрать детей всех в кучу. Сесть за один стол, покушать. Вот поэтому я моменты очень скучаю. Как раньше, когда они были маленькие. Угу. Наготовишь, напечешь. Позовешь всех. Все вместе кушаем. Так здорово. Но, к сожалению, этих моментов не вернуть назад. Так что у кого такие моменты еще есть, наслаждайтесь.
Девчата, очень вкусно получилось. Так что, мои хорошие, никаких знакомств близко быть не может. Я такой человек, что я не признаю предательство. Не признаю, когда меня за глаза обсирают. Поэтому знакомившись с кем-то близко, да, потом эти люди, там, кто-то с кем-то, с другим начинают тебя обсуждать вольно, невольно, хотят они этого, не хотят, но у них так получается. Вот. Но обсуждаются до того, что я становлюсь для них врагом народов. Вот. И перестают со мной общаться без всяких тому причин. А я это все дело очень переживаю. Думаю, почему? Я ничего не делала человеку плохого. Я ничего про него не говорила плохого, да, никогда не думала, всегда говорила только хорошо, и человек от тебя отвернулся. Почему? Поэтому я сама себе сказала, больше никаких знакомств близко ни с кем. Мне комфортно в той жизни, в которой я живу. Занимаюсь своими флосятами, занимаюсь мхом, там, хожу в лес за грибами, за мхом, за тем, за сем. Мне так удобно. Я так чувствую себя замечательно. Я не люблю вот этих вот, а мы придем к тебе в гости, там, ставь чайник, мы едем, или еще там что-то, да, вот, ну, я вот этого не люблю. Поэтому я не люблю даже, когда у меня местные что-то покупают. Есть девочки местные, которые, кстати, скоро вперед вас купят у меня цветы, они этого очень ждут. Вот, с которыми, ну, я общаюсь, да, которые там в любой момент, когда мне удобно, могут прийти и забрать там свои цветы. Я не люблю ни под кого подстраиваться. Почему у меня нет самовывоза? Вот пишут, можно я заберу сама? Нет, нельзя. Потому что я не люблю никого ждать. У меня есть определенный день, понедельник, на отправку. Пожалуйста, из Владимира, если вы, да, я вам отправлю с деком. Один день делов. Сейчас отправлю, завтра заберете. Даже в Москву также. Сегодня отправляю, завтра девочки забирают. Вот. В область подольше идет московскую, а в саму Москву быстро идет. Ну вот такая я, девочки. Ну я что могу с собой поделать? Я не люблю никого ждать. Начинают, а я приеду после обеда. Когда после обеда? Я должна прийти, вот все бросить, все свои дела, прийти и вас ждать, когда вы придете, заберете то, что вы хотели у меня приобрести. Мне это неудобно. А сейчас начнется лето, я вообще буду в своих малышах, в лесу, круглосуточно. Там, тут, мне 24 часа будет вообще мало. Мне их сейчас мало, а летом будет мне их вообще катастрофически не хватать. Я летом еще и не сплю вообще. Я зимой-то плохо сплю, а летом подавно. Да еще насмотришься тоже любимых блогеров, а кто грибы собирает. И вообще в лес хочется. Угу. Так что, я такая, какая есть, я не изменюсь. А мне так удобно, мне так комфортно. Подстраиваться ни под кого не люблю. Я одиночка. Мне так комфортно.
У меня раньше по молодости были подружки, с которыми мы там встречались, общались, там они к нам на чай, мы к ним на чай, например, да, но в основном ко мне все ходили, потому что я не люблю никому ходить. Ну, почему-то всех не очень устраивает пить постоянно чай. А пить что-то другое я не люблю. Вот так подружки и заканчиваются. Потому что со мной неинтересно. Вот. Так что не обижайтесь. В лес я хожу одна. Либо с Олечкой. За лисичками. И то, когда мы с Олечкой ходим, мне не хочется для вас ничего снимать, потому что мне, в принципе, хочется побыть с ней. В этом году тем более так, скорее всего, будет. Мне с ней побыть хочется. А не с камерой. Вот. Я всю зиму жду, когда мы с ней сможем увидеться. Как-то так. Грызть не буду косточку. Зубы берегу, девочки. Уж нынче они очень дорогие, ёкарный бабай. Хотя летом все равно мне надо идти к зубному, девочки. Как-то выбрать время. Внизу-то все зубы сделаны, а вот сверху-то надо делать. Понимаете? И дочь говорит, там что-то у нее тоже не в порядке. Так что пойдем с дочей летом еще зубы лечить, грибы хотел сказать лечить. Не буду ставить туда. Кто меня там видит? Поставлю железное и все. Не затянулось еще. Та дырища у меня промеж этих двух коронок. Теперь там застряло мясо. Ладно, я без вас вытащу. Не будем никого раздражать. Ой, хорошо покушала. Пойду проверю все свои смски. Вдруг кто заказик какой сделал. Если нет, значит пойду поливать своих малышей. Сейчас поснимаю их все. Завтра надо в оргквартиру идти, там их поливать, потому что я первый день здесь поливаю, я по этим ориентируюсь. Если они высохли, значит, там тоже высохли. Завтра пойду там поливать. Вот. Завтра как раз, Бог даст, буду чувствовать себя еще лучше. Вот. Ладно, мои хорошенькие, будем прощаться мы с вами. Не грустите. Коротенький мукбанг получился. Ну, такой разговорный. Поболтали опять мы с вами. Вот. Лимоны вчера купила. Надо порезать. И имбирь. Тоже надо посушить его. А лимоны порезать и в морозилку убрать. Потому что пока болею, имбирь весь почти выпила. Вот. Ладно, мои хорошки, люблю, целую, не скучайте.